In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Right now. Сейчас. Spirit of infirmity. Дух немощи. I break your power. Я разрушаю твою силу. You have no right here. У тебя нет права здесь. You do not belong in this body. Ты не имеешь места в этом теле. These bodies do not belong to you. Эти тела не принадлежат тебе. They belong to Jesus. Они принадлежат Иисусу. You didn't buy them. Ты не купил их. You didn't purchase them. Ты не заплатил за них. You didn't die for them. Ты не умер за них. Jesus died for Иисус them. Умер за них. So in the name of Jesus, во имя Иисуса, spirit of infirmity, дух немощи, I break your power, я разрушаю твою силу, spirit of pain, дух боли, I command you, я повелеваю тебе, infirmity, немощь, I command you. Я повелеваю тебе. In Jesus name, во имя Иисуса. You loose these people. Освободи этих людей. Every one of them. Каждого из них. And I mean now. И я имею в виду сейчас. I set them free. Я освобождаю их. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Spirits of infirmity. Дух немощи. Spirit of pain. Дух боли. False pain. Ложной боли. Tormenting spirits. Дух мучащий людей. I break your power now. Я разрушаю твою силу. And I command you. Я повелеваю тебе. Loose them. Освободи их. And go. И уходи. Now. Сейчас. In Jesus name. Во имя Иисуса. So be it. Пусть будет так. Amen. Аминь. Father, I thank you. Отец, я благодарю тебя. Father, right now. Прямо сейчас, Отец. Мы говорим об этом с Тобой сейчас только по одной причине. Чтобы не было недопонимания. Во имя кого и чьей силой мы это делаем. И поэтому, Отец, я даю Тебе славу и всю честь. For everything that's already been done. О всем, что уже произошло. И о всем, что мы будем здесь видеть. So, Father, I thank you for that. И поэтому, Отец, я благодарю Тебя за это. And I praise you for it. И я просто прославляю Тебя that за you это. Give me a chance, что Ты дал мне эту возможность, to participate, чтобы участвовать in your victory, в Твоей победе over your enemy of sickness and disease. Над всяким Твоим врагом, болезнью и немощью. So, Father, I thank you. И поэтому, Отец, я благодарю. Now, сейчас. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Sickness and disease. Немощь и болезнь. You hear now. Ты слышишь сейчас. You obey the voice of the word of God. Ты покоряешься Слову Божьему, голосу Божьему. Во имя Иисуса. You will leave these people now. Ты оставляешь этих людей. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Right now. Прямо сейчас. Pain. Боль. I command you. Я повелеваю тебе. Leave them. Оставь их. Go. Выйди. In Jesus' name. Во имя Иисуса. You will leave them now. Ты сейчас их оставляешь. No, у тебя нет здесь места. No, у тебя нет власти над их жизнью. Ты не умерла за, за этих людей. Иисус умер за этих людей. So right now, поэтому сейчас ты оставишь их now, прямо сейчас во имя Иисуса. Right now, прямо сейчас. Sickness, disease, немощь и болезнь. Go, выйди and do not return. И не возвращайся. Pain, боль, false pain, лживая боль, tormenting spirits, всякие терзающие духи, I command you, я повелеваю вам in the name of во имя Jesus Иисуса Христа, leave these people, выйди из этих людей, now, оставь сейчас, so be it. Да будет так. Amen. Аминь.